Буэнос диас, мис керидос амигос. Ядерный рассвет на заре вашего экрана, это значит, что у нас в эфире Стрей. Сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки. А мы идем дальше искать Клементину. Куда-то она съебалась, но куда конкретно я ищу. Так, в ночной клуб говоришь, окей, хуйня маневр. Там только стражи ползают. Куйлык. Фух. Опасно было. А, он просто висит и палит. Да пошло, в принципе, все в жепь. Это называется, как правильно сквозануть до ближайшей коробки. Пой... Сука. Я ж запрыгнул, Ой, блядь. Чувствую, придется помучиться. Потому что... Снимая вчера прошлую серию, я уже напрочь забыл. Как я, блядь, туда добрался? Тиганы микроли куня. Что це за хуйня? Зиоты баны. Так, ладно. Так. Раз, два, три. По новой нахуй. Плик. Так, разверни свое ябало. Там джампануть некуда. Опа. Оп. Я от дедушки ушел. Так, тебе надо вспомнить, где коробка. Я там по факту из-за своей ошибки сквозанул неправильно. Это говно, в принципе, висит и палит, поэтому кроме как силовым методом его пропрыгивать не вариант. Так. Нет, он все еще не съебнул. Опа. Нет, меня пошли в жопу. Коробка стоит, все, пошел в очко. Вместительный джентльмен, бля. Так, основная лестница. Угу. Вот так вот сквозануть. Оп, все. КТ съебался. Шляпный магаз. Толку-то. Сзади, говоришь. Ну хорошо, полезли. Мне-то в этом плане сильно проще. Я ж кот ебать.
Заднепроходчик. Здание, сука, огромное. Оп. Так, здесь входа нет. Значит, надо найти дырку где-то тут. Так, на мусорный контейнер я забраться не маю. Так. На Элизе. Так, где-то тут должен быть вход. Я вот прям сракой чую. На собачья отрыжка. Хм. Есть поверху ломануться. Есть у меня такой вариант. Как надо перепрыгнуть на ту сторону? Так, вариативных ходов у меня не очень-то и осталось. Так, прыжок туда, это будет сильно больно. Опа, а это я куда спрыгнул? Я так понимаю, мне предлагается лезть где-то тут. По идее, выглядит, ну, почти легит. Блять, мне придумать, как заползти повыше. Головоломки, кстати, становятся сложнее, или я что-то хуй понимаю. Так, но грузовик тут немножко не у тему. Ёбаный Лондон. Так. Ебались мышки светомассы постоянного действия. Странная хуета. Так, ну я хотя бы... Блять! На нужной стороне. Так, там противоокотная защита стоит. Блять. Здорово. А что если проломиться к тебе в ловчонку? А, точно, я ж тут уже был. Оп, оп. Опа. А, тут тоже не очень-то вариант. Thank you.
Просто поорать не получается. Блядь, а где же тогда задний проход? Так, здесь мне, в принципе, никуда. Так, какие-то... О! Бухлишка! Так, здесь забраться тоже не очень вариант. Здесь мы можем только сесть на шкаф и выйти, ну, чересчур далеко. Тоже хуета. Хуета хует, однако. По идее, если удастся забраться на этот мусорный контейнер, должно быть заебись. Было же, блядь, только что. Нет, все хуйня. Значит, надо либо как-то наебать вышибалу, либо искать проход спереди. Может, надо чего-то въебать? В смысле, спереть? Упс. Так, но это уже, по-моему, немножко не тот район. Если мы обходим здание сзади, мы попадаем куда угодно, только не в ночной клуб. Очко дьявола, блин. А если он ту хуйню допросить, она там он сидит как-то нехарактерно, блалтает ногами. А это может быть ходом. Здорово. Мордой в салате. Конечно.
Так, а есть ли у меня варик впустить корешей? Надо похулиганить. Ага, тут можно, кажется, потралить диджея. Ага, если принесешь мне выпить, я тебе дам этот рычаг. Так, интересно, а получится у меня спионерить бухнину? Хуяка там! Сука! Так, теперь надо где-то найти пластинку. Ой, спрятался. А, они типа работают как лифты, я понял. Так, теперь надо найти пластинку, чтобы устроить хулиганский флекс. Дюмп. Так, это спит мордой в говно. Так, интересно, есть ли варик как-то открыть дверь? Или просто устроить погром? Так, по приколу. Ага. Что касается доступа на на VIP-балкон, до меня, кажись, дошло. Поднимай, ебать. Значит, на этой стороне. Надо поорать! Жалко, яйца лизать нельзя. Опачки.
Пароход ебучий. Ну и пошел в срачевню. Ах ты пидор. Ах ты пидор. Просто, блядь, вместительный джентльмен. Падла. И дрона сняли, ёбаный насрал. Что произошло дальше, узнаем в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, подписка и до скорого. Адьёс, братва.